Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, с выставками, которые проходят в моем городе Санкт-Петербурге. Музей Эрарта представляет выставку «Мальчик и слон» Стефано Бомбардьери. Вот как написано в Эрарте об этом. Музей Эрарта представляет выставку монументальной скульптуры итальянца Стефано Бомбардьери, который приглашает зрителя взглянуть на мир глазами ребенка. Звери-гиганты, попавшие в капкан современной культуры, работы, балансирующие между гиперреализмом и сюрреализмом, скульптура как профилактика истощения воображения, так написано в анонсе. Родился в 1968 году в городе Бреша, Италия. Отличный город, я там несколько раз был, всем рекомендую туда приехать, там есть на что посмотреть. Это так, информация. Первые художественные навыки он освоил довольно рано, экспериментируя с различными техниками и материалами в студии своего отца, скульптора Рема Бомбардьери. Представление о скульптуре сформировалось у будущего художника под влиянием мастеров фигуративного искусства итальянского футуриста Умберто Боччони, британского скульптора Генри Мура и художников-концептуалистов из движения Арте Павера, переводится примерно как «бедное искусство». С конца 1990-х годов Стефано Бомбардьери участвует в групповых и персональных выставках. Сначала он выставляется у себя в Италии, а затем выставляется и в Европе, в частности во Франции, Швейцарии, Германии, Англии. Широкую известность молодому скульптору принесли монументальные инсталляции, представленные в общественных пространствах и на больших выставочных площадках. На счету автора участие более чем в 15 выставках, включая 52-ю и 54-ю Венецианскую биенналь. Художник считает свое искусство своеобразной терапией, которая работает как профилактика истощения фантазии. «Мальчик и слон» в Эрарте – это первая выставка Стефана в России, на которой представлено 15 скульптур размеров от 30 см до 5 метров. Киты, носороги, крокодилы, слоны, выполненные Бомбардьери натуральной величиной, чем-то напоминают багаж, забытый в зоне трансфера, как бы застрявший между небом и землей. В полной мере они не принадлежат ни одному из миров. Созданные из современных пластических материалов, таких как стеклопластик, они балансируют между гиперреализмом и сюрреализмом. Эти звери-гиганты подвешены на тросах, утомленно от долгого путешествия, раздавлены багажом, изолированы и неуклюже попали в капкан современной культуры. Ну вот примерно так написано в анонсе о выставке «Мальчик и слон» в Эрарте художника Стефано Бомбардьери. Давайте посмотрим. Пока-пока, до свидания.